Тыц, тыдыц, тыдыц. Ну чё, так-то у меня есть еще Шен. Неопробованный скин. Ну, правда, я сейчас вообще не вижу, что творится на мониторе, так что... Я особо попробую скин. А у меня солнце уже практически село. Я не знаю, ты за столько лет бы купил занавески все нормальные. Ты купил бы монитор. Ну, самый нормальный вариант. На самом деле, я просто в комп играю в это время только по пятницам, так что... Светит солнце в монитор, купил антибликовый монитор. Вместо штор. Так блин, если мне надо антибликовые глаза еще купить. Ой, я понял, может черные очки одеть? Блин, жалко, у меня гарнитурный микрофон на черные на очки. О, нормально, пацаны, я понял, как играть. И вебку включай такой. Пацаны. Играй в очках, в лол, будь флешом, да? Ой, черт, я снял очки. Или кто-то в очках играл? В очках? Черные. Этот же в очках играл. Как его? Реннер. Кто это? А... Ну, он говорил, что это? У него ночью кнопка или что-то там... А, от вебки, короче, сильно светит лампочка, которая, знаешь, когда вебка работает, типа? Не знаю. Поэтому он играл в солнцезащитных очках. Так, снова пишем спамовый пост, и первые три ника будут против нас играть. Будут играть за Диму. По конкурсу по браузеркам, ну, ты по какой игре тебя интересует? Потому что, блин, по драконам мне только один человек вообще отписался, и я ему сказал РПшек за... А, КФС уже играл, что его копируют. Так, а вот по MyLens все сложно. То есть первое место 100% определено, а второе, третье до сих пор нет. Какие-то проблемы с этим. Так, а Сапарин с нами играл или нет? Mm-mm. Хотя я бы снова новым героем поиграл на самом деле. Ну и Шеном тоже прикольно, конечно. Флорина вообще хаял. Да? Ну да. О, да, среди нас. Самый Хайло среди нас. Сепаратист. А где? Чё маньякас не фигачится? Ну тогда зомби-сава позовём. Зомби-пила. Вы, только... народ, не обижайтесь, если я ваши ники немножечко извращаю. Это привычка. Дима уже привык. Типа Джорджа Хали и так далее. А зомбисав-то был готов. Окей. А чё, можешь попробовать? Он вообще нормальный вроде? Шен вообще нормальный. Ты чё, он будет на меня, будешь на меня улететь, будем пенты делать. У меня даже скин нет. Надо что-нибудь танковое взять. A demonstrators of Imperial Judgment. Надо что-нибудь магическое взять. Ой, все, я танк. Типа вот этого? Я играю на квесте. О, вообще нормально, да, и магический дэмэдж, и танк. Вообще не понимаю. Главное ничего. У нас рейнджа. Я почему-то о Малфите думаю вот сейчас, но... Если что, мы их с расстояния расстреляем. Намек на морду, ну. А, Дим, бери морду. Нет, морда. А, точно. Вот это не штанчик, да? Кстати, я придумал. Не, конкурс по браузеркам не будет, что-то они себя исчерпали. Во-первых... Проблемы какие-то. Проблема в том, что в последних конкурсах какие-то темы со статистикой, и по идее, так что, по идее, нам приходят деньги с партнерских программ, и мы победителям начисляем призовое. А в этот раз получится, что в этот раз в последних конкурсах получилось, что нам пришли со всех конкурсов 500 рублей, а надо будет победителям 3... сколько там? Больше 3000 отдать. Так что я пока не буду, пока я с этим не разберусь. Ну, 3000 мы, естественно, отдадим, но пока я с этим не разберусь, я не буду запускать новых конкурсов. Каждый день стримить? Когда я возьму себе 8 помощников, так-то изи. 7 подпомощников. 7 можно играть? Можно играть только тем, кто успеет написать свой ник. Только им. Они избранные. Куда Лиса делась? Чего? Куда Лиса делась? Учится. Потому мне смешно. Опа, опа, вот эти двое мне уже нравятся. Да, я вот тоже подумал, просто есть кому сбивать. Ну-ка третий. Ну-ка. Ну тут еще спорно, кстати. Ну там смотри, ты вылетишь, начнешь с полвампиться, то есть ты ей снимаешь хп. А не, ну да, она застанет, наверное, все-таки. А, ну я ее за это. Да блин, я ее, блин, меня будут дамажить явно сильнее, чем ее. Поэтому я думаю, вряд ли. Ну блин, я думаю, она тебя не будет фокусить. Ну короче, да, я думаю, ей просто некогда будет вымерять там проценты хп, чтобы...
именно меня застанет. Не, ну у нее всегда будет меньше, чем у тебя, потому что ты будешь ультовать и спеллвампиться, а она будет наоборот терять хп. Ну все же он есть, то есть ты будешь короче, на пуле. Задроты. Лучше выключите мне солнце. Ты умеешь выслушать. Да. Можешь мне джинсы на окно повесить? Может, ты занавески все? Да у меня есть занавеска, но какая-то дикая. Не, я приехал, смотрю, ну, когда вот мы эту квартиру купили, я приехал, пыльная тряпка какая-то толстенная на окне. Я думаю, зачем мне пыльная тряпка? Я оставлю легкую тюль. А потом понял, что прошлый хозяин квартиры не зря пыльную тряпку. У меня вот висит пыльная тряпка, ну, она не пыльная, конечно, но она такая плотная занавеска, темная, потому что мне реально, у меня тоже солнце с утра и светит его сейчас на закате просто дико. Я бы не смог. Я засыпать даже не могу, блин, ночью. Вот у Лисы прикольно, у нее такие шторы, что вообще солнца не видно. Я тоже вот у меня такие же. Okay. Дима, я к тебе поселяюсь. Че, Тим Трипл Бот, что ли, я не понял? Тим Трипл Бот. А, я на топ точно. Какой? Не, ну уходи, ну не надо. Не, а, ну ладно, вдвоем на топ. Так идите вдвоем на топ, лол. Правильно. Я от тебя другого вообще не ожидал. Не, ну если, блин, если будет, если будет у меня дабл бот, то просто свапнемся. Да нет, это стой. Да он просто пол энергии. Ну да, так и есть. Да, сегодня просто день игр задарился я какой-то. А вот это ОП, кстати. Семейками зависть. Блин, ну я не такой толстый, чтобы семейными трусами перекрыть все окно нафиг. А вот назад, Дим, прикинь, назад, короче, нельзя. Что за наркомания? Эй, пустите меня назад. Хочу фармить. А вы свап сделаете? Во. Во. Сейчас еще какую-нибудь стенку ищу. Ого, стенку нашел. Шел-шел стенку. Она подвинулась. Ты чё-то не двигаешься? Чё-то меня всё в доту тут пытается загреть. Да, не поддавайся. Какого доту я создал? Пошли в ПВ. Он что ж придёт и пойдём, у нас четверо будет. Вообще прямая себе. О, прыгай. Короче, знаешь, такой обманчик загрели втроём, да? Да-да-да. И все. У твиттера в этот оклад 114 тысяч баксов у младшего инженера в твиттере. Го работает в твиттер, пацаны. Дим, иди сюда. А, ну ладно. Ой, лол, тут дабл лайн какой-то. А, все нормально. Че, я его на 43 надамажил, я ок. Ну ладно. Я не знаю, думал, мы дальше будем бить. Но мы не могли, правда, ничего. Ты опять тут, блин. К вам Релия пошла. Бетер нерф. Репорт просто, Шен. Оу, Релия? Ощущающе. Просто Релия. Блин, у нас тут 1700. 1700 пацан, вы должны сразу фидить начать с этого момента. Я их вообще покараю кинжалом. Они вообще оба не хилятся ни разу. Ни капли. Окей. Ну ладно. На фид там. Можете чуть-чуть видеть, только не сильно. Я чуть-чуть пофижу в любом случае. Окей. Кстати, все Релия пошла. Ой, это что-то Тринт. Ты определись. Тринт. Владимир. Так, Тринт здесь. Владимир. Ну, походу, к вам, значит, Владимир пойдет. Потому что сепаратист здесь. Ой, лол, не достал топором. Хух, как я. Мастер, ласт хит. Опа, раз. И чё? Да просто так. А, окей. Раз так, то можно. Так, просто с Владимиром самый полезный в Верли герой, блин. Стоят. Самый полезный герой. Все же такой молодой. Так, ну Трандомира, я думаю, убивать еще проще, чем этого. Чем Владимира. Владимир противный, с ним неприятно. Ну, катит от тебя. Я крипа бы что-то бью, чем помогать. Вы там до сих пор разбираетесь, кто каким крипом раз... Не, ну мне за Катарину легче тут спорить. Благодаря скилл с мгновенным кастом. Не стоящий маны.
Ты это Шену сейчас говоришь, да? Ну, у тебя не мгновенная все-таки. Не столько дамажит. Смотрите, у меня мгновенная... Я прошел пол. Ну, я понял. Но я знаю, что его имеешь в виду. Его не законтри, то есть. Лол, ну он заэкзостил меня, вот урод. Козел. Рандомир, иди на базу. Иди фарми фонтан. Не, я... Иди фарми продавца. Да. Он классный вообще. Все, шестой лол. Короче, флеш этот. Ну ты понял. Короче, сейчас. Блин, надо с кем-нибудь лоуэлла поиграть в ранкет. Хотя мне уже надоело сегодня в лол играть, но было бы прикольно задарился каждую игру тащить. Что его банят постоянно с моей команды. Вот я сегодня играл, все разы дарился банили моей команды. Я думаю, что там не банят. Ну сам-то, если я буду фьюспиком, я-то не буду его банить. А. Я какой хитрый, смотри, а? Так что значит ты не будешь? Враг будет. Ну а сегодня постоянно враг вообще не банил, а... Не, ну в одной потому игре. Что просто... твои банили, наверное. В одной игре просто я был. Ну, до меня уже джанглера взяли, поэтому. Алло. Ну где твой знаменитый? Ну, далековато. Ой, лол, а чё он. Че у меня таверка-то бьет? Лол. Ну чё это? Чувак. Ну я думаю, все хорошо. Дай мне хоть крипов тогда. Окей. Дальник добивай. А вы всех убили там? Не надо щемиться, нет? Нет. Ну хорошо. Что-то я вообще дикий какие-то. У меня что-то таверка взяла, не стало ничего. Начала бить. 4 хп. Она вообще просто села на меня райт-кликом. Так я говорю, таверка дикий, я тоже. Я стою, никого не трогаю, вдруг меня таверка начинает бить, я не знаю. Башни с ума сошли вообще. Металл. Эй, еще не хилит своя, блин, что такое? Таверка не хилит тебя. Ага. Шен очень мобильный. Он может делать. Да, Дариус контрпик ультет Рандомира, реально. В том плане, что он не очень сильный. Ну, любой сильный прокастер, бурстер, это контрпик Рандомира, потому что ты не знаешь просто, когда тебе ультовать. Не, ну блин, нормально тренды, они просто ультуют там. Мои дальние, они тут. Ну окей. Ты просто, ты ждешь чуть-чуть и все, а... Ты либо в любой момент нажал куда был и ульта, и все. Да, Дим, ты задолбал. Я тебе в той игре всех уступал, на которых ты говорил. Ну-ну. Абсолютно всех. Я в кустах стоял, когда одни дальние оставались. Мистер Рандомир. Так... Хорошо, а почему тогда ближних добиваешь? Потому что ты дальних бьешь. Ну окей, тогда. Они там вот не дамажат миньонов. Если что. ВД аутпалево. Ниндзя ганг. Ну и Вадим, ты знаешь, что я сделаю, поэтому. Поэтому ты знаешь, что нужно делать тебе. А. Ну ты культуй уже. А что-то она вообще ничего не делает. Ты видел это? Сейчас Рандомир придет нас оттиранить всех. Ультовал. Ходи, давай таверку добивай, лол. Добиваем таверку. Ультовал из кустов. Добивай, добивай, добивай. Я ушел, да. Туда. Вы как хотите. Я жить хочу. Пока еще. Моя Катарина. Она у меня слишком много тебя, чтобы умирать. Нормально. Так, ладно, моя страта была фейловая. Ну ничего. Оп. О, живи. Щит. Нормально. Факинг щит. Блин, а что это было? Он тебя, короче, не... он тебя мечом кинул, по-моему. Ну я тоже не понял, что это было, ну ладно. Ну там переходил за тебя. Пассивка. Так нет, я ж... Это, Шена, в смысле, на нем моя пассивка тогда не висела. Не, ну пассивка вообще, конечно, дикая. Опа, привет. А может красный баф? Хм. Да ну. Да ладно, у него ульта еще, скажите, есть. Нубик. Стилер просто. Чемпионский стилер. Ту строн. Трин тупая. Да, репорт.
Реально у него одна, короче, мадра Razer, и не убить. Все. Реально УП, да. Может, дело в ульте? У него одна ульт, его не убить. Так он ее даже не заюзал. Ее. Так он не юзал опять ее? Опять меня башня бьет, смотрите, вот я опять ничего не делал, меня начинает тауэрка бить. Лол. Вот сейчас скажете, я тоже на Трандомира пассивку повесил, нет? Я вообще не понимаю. Too much пассивка. Ну давай. СС тут один, кстати. Да, таунти его. Так далеко. Да не таунти. Я к вам не приду, потому что не приду. Плохо. Понял. Даже я обиделся. На Тренду. На кого, на Трандомира? Ой, я не то вкачал, черт. Интересно, это сильно палено? Ой, нет, не прошло. Давайте дракона заберем туда. Давайте дракона, если они боятся, подойти. Только ходить танчит. Я к вам там подскочу. Ну я тоже, подожди, 5 секунд жди. 4, 3, 2. Просто комбо. Хоть, хоть. Через стенку прыгать или мастер? Согласен. Со стилем. Окей. Мачуга, да. Ладно, не буду флеш тратить. Че, давайте, может, запушим уже их. Че-то какая-то скучная игра. Чаще. Где Шурш? Репортал. У нас, правда, ренджей нет. Плохо. Но я же есть. А я. Пари, оп. Пари, оп. Ренжи же? Ренжи скилл. Он на башне дамажит. Опа. О, смотрите, какой серьезный пацан. Я Релью заэкзостил такой. О! Я просто принял на грудь. Урон. А у них что-то кого-то не было. А, ну и кто-то. У них таверка была, знаешь, и мне этого хватило. Пойду кого-то убью. Кого, например? О, они-то родились уже? Ладно, пойду-ка я отсюда. Я пока пушил, они уже все родились, гады. Дим, ну ты знаешь, если что, все под контролем. Конечно. О чем он говорит? О контроле. Контролировать? Ну? Ты что, дерешься с ним? Слушай, ну вот реально, как вам со мной повезло, я не знаю. Вот другой бы я бы тебе, ну, я бы даже на стрим не посмотрел бы. И сказал бы тебе все, что о тебе думаю. Ну, не знаю. А я бы тебя не слушал. Но вам повезло, я не такой. Я под контролем, пацаны. Да блин, ты бежал от него очень далеко, ну туда что бежишь, короче, крипов бить, все такое. Я отсюда до сюда от него бежал, вот так. Нет, я не говорил, что ты бежал от него. Ты был до него очень далеко, я не знаю, как ты его так догнал. Ну просто во время того, как пинаешь крипов в джунглях, как бы посматривать. Все под контролем. Или когда тебе сказал, что типа и где. А где, я посмотрел, ты уже лежал. Там секунды три еще было, ну ты как-то, значит, ну я тебя не зря, значит, назвал. Главное, Шенель тонул. Главное, Шенель тонул. Реализовал. Он без ульты. О, 11 левел. Это значит, что все будет круто. Он без ульты. Иди сюда. Лол, смотрите. Увидели? Ого. Видели? Он, начал этот, короче, он начал вот откатываться, а я его обратно вернул. Прикольное дело. Блин, за место как-то надо было. Давай еще раз возвращаю. Неплохо, неплохо, Дима. Не, мне вообще понравилось возвращение блудного сына. Один крип затанчит. Все ок. Фул хпшный, главное. Что-то Владимир у них вообще какой-то Владимир. Владимир. Егор. Владимир какой-то Егор. Окей. Да. Сейчас. А, я все-таки застанил, кстати.
Где, блин, энергия, лол? Не знаю, где манна, лол? Где я вообще? Где Катарина, лол? Я мистер-ассист в этой игре. Ту-ту-ду. У нас Шен саппорт, кстати, с этим, с Ваегисом, походу. А я только, блин, хвастался, что ударился манна постоянно фулл, а у меня теперь каждый тимфайт манны не хватает. Хвастунишка. Не знаю, вот вся эта система вот с фаст-откатываемым ультом, это жесть какая-то. Ну, на самом деле, то есть, если к этому привыкнешь, то это вообще пипец. Это как-то слишком... О, смотрите, Трандомир с мадредами. Воу. Наркоман. Действительно. Кого он будет мадредить? Не знаю, не, ну у меня-то он 2500. Не так уж и много. По сотенке он мне с мадредов наносит. Ну нормально. Что по сотенке? Ботинки на армор и 5 бладфестеров. Блин. Нет, так 5 бладфестеров можно было собирать только старому Джаксу. Вот это вообще... Каждый бладфестер дает вам 300 хп, вот это неплохо. Я... То есть 1500 хп вы получаете бонусных бладфестеров. А сейчас уже нету такого героя, которого можно против не совсем нубов собрать 5 бладфестеров. Да, против нубов он за кого угодно собирает вообще. Можно с Араки собрать 5 бладфестеров. Угу. Какая разница, бананы хоть и медленно летят, но зато верно в цель всегда попадает. По 600. Банана пауа. Опа. Слушайте, они дракон забрали. Слушайте, драконы. У меня ульта только через 4 секунды. 3 и 2. Не буду ультить. А теперь буду. Дим. Вот это таунт. Мои мечты. Это, ну, тринк, ну. Ну. Ах ты гад. Что они какие-то сильные, мне кажется. Мне кажется, баф дракона им помог. Тихо, таурка, я затаунтил ее. Но видите, меня бьет. Нормально. Таунтер таурок. Фига отхилился. Не убивай крипов. Окей. О, нормально, по 114. Шампон. Неплохо. А ты что, с пылом Катарина? А, да, с пылом Катарина, понятно. Понятно, все с тобой понятно. Это все пассивка морды. Мордивка. Мордивка, да. Мордивка пассива. Че, а почему я один бью таурку? Ну, а ну назад! Лол, ничего себе, мы его разоплотнили, неплохо. Что больно. Что да. Башня мне что-то... Что-то да, башня дамагает, короче. Нет, я Люк, спасу. Я твой отец. Да. Я даже флешиться не стал, я знал, что... Знал, что они коварные и плохие. Кавайные. Кавайные? Окей. Красный баф, да? Так не, ты ему собери, блин, этот Last Whisper. У него 60% арпена будет. Ну да, неплохо. А, ну вот, кстати, это, я с кирку говоря, собрал. Неплохо. Это кирку. Да, Last Whisper ему норм. Но только не 60 у него, конечно, будет. 60 будет ровно. 60? О. Да. Ну, если у тебя, конечно, мастерс прокачан. Я думаю, у тебя прокачан мастерс. Ну да. Я же с Моргантом напомнил. Не, лол, я ульчу ж по КД, вы что? Я не могу ультить во время КД. Сейчас почему-то я первого ультом не добил, потом вот тут же сразу убили. Мне КД откатилось, а потом второго тоже почти сразу же добили. Транда на меня внимания не обращает. Где тролль? Затаунти его. Как он уже ждал. У меня этот... Энергия не сильно много. Он что-то больно бьет. А ну сюда! А чё ты его раскайтил? Ой, лол. Чё-то я его с руки добил. Ну ладно. Я кушку готовил, чтобы застилить. А он взял и так сдох. Дим, доверься мне. Отхилишь. О, халява идет. Ну давайте. Халявь. Сейчас я этот буду рыбачить. Похоже. Назад, я сказал. Кстати, ты бы умер. Нет. Да, посмотри на свой хп. 800 хп. Так у тебя было столько же, только со щитом был фулл. Лол, Владимир, ты про. Хп. Неплохо, Владимир, неплохо. Ася. Та
Так, внутрь номер, ты хочешь сюда. А чё? Не цепанулся. Ой. Ничего себе. Трендамер, начинается кайт. Хитер, бобер. Иди сюда. Ну подожди, я еще не весь полом собрал в этой игре. Вот. Не заканчивайте. No. Ну с вертухана. Я, наверное, полдня это буду делать. Ну ладно. Мочи. Почему ты не на новости? Действительно, почему ты не трансфернулся? 2600. Ладно, ну, проще добить Nexus, чем Aurelio. О, видели картинка внутрь, так, оп? Ну. Не, я вчера кому-то доказывал, что такая фишка есть. Mm-hmm. Ну да. Ты видишь, если ты смотришь. Ультить, когда за Дариуса хорошо пошутил, да. Не, самая хорошая шутка — это сбалансированный Дариус. Дариус носит немножко баланса в игру. В Игру престолов. Да. Дариус сбалансировал эту игру. Я не знаю, еще игры будут, но можно еще одну сгонять так-то, в принципе, а можно и забить уже. Наверное, проще забить. Я бы сгонял. А я бы за 4800 купил кого-нибудь. Я бы в ПВ сгонял вообще, но. Пошли комментить игру М5. Пошли комментить игру в ПВ. Мою. А можно втроем, в принципе, закомментить М5? Да ты, это же уже... Я будет. Вообще не против. Ну, я не против, я буду молчать. Ты прям как лиса. Ну, они вроде в 9 хотели, или как там? Я буду учиться. Так учиться, если учиться, то... Надо же тоже говорить что-то. Ну, что-то молчать. Не, ладно, что-то играть уже мне надоело. Мы сегодня уже, наверное, игр 6 сыграли. Может быть, через час тогда? Народ, объявление, глобальное объявление. Может быть, через час мы будем комментить игру М5. Если человек не напутал со временем, и реально через час М5 играет с Absolute Legends. А может быть, не будем. А как мы будем комментить втроем? Комментит, я классно сказал. Комментит. Если, допустим, через обсервер, у меня нет Алексича всяких. Ну, вы будете смотреть мой стрим, у вас будет делать 3 секунды. А у меня нормально. Ну а в тимфайтах только я буду говорить, а блин, ну 90% игры там какая разница. Ну так да, они там. Что у тебя с Алексичем? Так подожди, у Корки 168 крипов, а не 169, ты чё? Такого не будет. Тебя все подзависли. Такое будет, обязательно. Я буду спорить ещё с тобой. Так ты скажи, чтоб он нас добавил. Просто без палева, да, так? Ты скажи, чтоб он нас добавил, но мы чисто бы комментировать. Дариус сильный в Орле. Да, так, в смысле, Дмит, а кто в лейтгейме из топеров без фарма может что-то сделать? Почти никто. Есть одно предположение. Мордекайзер пришел, ультанул, выиграл игру. Просто ультанул и сдох. И дальше болеет. Все затащил. Страты не палят, да. Страты не палят к ВЦГ. Старое доброе выражение. Ладно, в принципе, сегодняшний марафон за Дариуса будет выложен. По-моему, прикольно. Ты уже запарил, мы не будем тебя инвайтить, мы уже не играем. ГП, все равно инвайте. Ты, короче, вас инвайте и выходи. Фарма. Так, ну все, короче, ребята, может быть, через час будет стрим, а может нет. То есть мы, ну, 100% не хочу давать обещание, что типа, о, все, 100%. Но, возможно, будет. Есть что вон Х9 прокомментить? Х9 же сильный комментатор. Так что все. Два тролля. А я сейчас согласен. В смысле, я вообще не троллил. Это у вас Дима весь день терки, а я-то хороший. Не, ну мы любя. Блин, я сейчас нашел, куда мне надо повернуться, чтобы солнце в глаза не светило. Вот просто in time. Вовремя. Повернуться спиной к солнцу. Я, как говорится, бьет, значит. Повернуться спиной к монитору. 5 фейлов, 5 лучших моментов. Нет, комментить я их не обещал. Я говорил, что мы сделаем, и мы сделали 5 фейлов, 5 лучших моментов. Так, ну все, ладно, ребятки, всем счастливо, до встречи либо в следующую пятницу, либо...